такие неприличные вещи мне мама показывает. Чего? Вот так им быть. Ты мне сегодня хочешь подарок такой сделать, да? Нет. Ты хочешь, да? Я хочу, чтобы я сделал такой подарок. Мы сейчас идем, короче, в адрес, нужно кое-что забрать. Но, к сожалению, там что-то не все пришло. Хотя должно было быть сегодня. Я смотрю, он сортируется на центре в Казани. Очень надеюсь, что все-таки пришло. Хотя должно сегодня прийти. Все. Вот. Сейчас пока дождя нету. Быстренько надо сгонять. Дождичек уже идет. Ну что, нам здесь недалеко. Как он сказал, не сахарный, не растаем. Давно, кстати, у нас не было дождя. Это на самом деле даже хорошо. Дождик. Мой день рождения, не дождь. Так я радовалась своей хорошей погоде. Вот, на тебе. Говорил, Вован, возьми зонт. Что-то как-то не камильфо. Художник-то. Гулять. Прям. Вышли, блин. Кому говорил взять зонт? Долго не. Я сказала еще, вообще не получаться. Он, видишь, как быстро начал. Причем такой, кстати... Я там мог-то открыто. Повезло нам. Косой. Посмотри по телефону. Когда он тут. Вот видишь, сюда пузырится. Да. Попали, блин. Только голову намыло, блин. Пипец вообще. Да. Обидно. Еще намоет. Еще раз. Еще раз этим мыться. Да. Ничего. Лишь-то не будет. Так, вот здесь, короче, забрали все. Вот, надеюсь, там ничего не разбито. Все в хорошем состоянии. Офигеть, Рома, быстро привезли. Буквально прям полчаса и все. Я вам думал, успеем, нифига. Прям дедушка забрать. Блин, все строение, блин, испортили. Козел какой-то. Вот, ну... Во-первых, я заказал полчаса назад, полчаса, представляете, 30 минут прошло и все. Мне сказали, о, солнышко, классно. Мне сказали, это час 30, пришло полчаса. Он звонит, мы отошли. Я говорю, сейчас буквально 2 минуты мы подойдем. Подхожу, стучу к нему в машину, это типа я, давайте я заберу. Типа, извините, вот сказали часто. Вам сказали в течение полутора часов, а не через полтора часа. Блин, фу, такой вредный, просто капец. Вот просто капец. Причем, знаете, воняет перегаром, какой-то старый пердун, блин. Все настроение испортил. 2 минуты мы не успели. 2 минуты. Вообще, все настроение просто испортили. Вот я им, блин, отзыв оставлю, будут они знать. Отошли, блин, на 10 минут. Фу, вот так что за люди бывают негативные. Прям еще им, прям... Должение он мне сделал, доставил он мне эти роллы за 30 минут. Прям молодцы какие. Фу. Я не могу все устроить, такие люди. Как будто я его заставляю в курьерах работать. Прям одолжение мне сделал. Подождал меня 2 минуты в машине. Прям капец просто. Че, давай открывай. Все таки, знаете, перегаром просто. Вот он открыл дверь, просто перегаром из машины тащит. По страшной силе. Я прям выставила, говорю, можно было и повежливее. Я тыкаю машину. Он говорит, сует мне. Что, я должна дверь открывать? Блин, это... Ой, короче, все. Не хочу. Негативные люди всегда в нашей жизни встречаются и все. Прям еще одолжение он мне делает. Козел, стой. Так, короче, заказали мне ножницу. Очень интересную такую. Это она вот так вот делается. Трехсекционная. Кстати, там вот вроде я посмотрела, сейчас там вроде не должно было доставлено. Вот доставлено. Вы знаете, вот как странно. Вот сейчас были в Wildberries, женщина очень вежливая попалась. Там все рассказала. Если вдруг там будет что-то разбито, то просто составляйте претензии. Или не давай. А тут вообще вам что прислали? А, это другая, да? Ну, значит, это не та. Да, я не знаю. Значит, та все-таки не пришла. Да. Это вот такая вот я заказывала. Иди. Да. Нет, это вот нормально все. Нарисовано. Ага. Угу. А, я думала, это трехсекционная. А там что-то нет. Здесь было? Написано так. А, трехсекционная такая. Значит, вот это вот ярусная-то и нету ее еще пока.
Нет, это все хорошо. И это все хорошо. Это мы берем. Вот так красиво так положить. Сюда, сюда, сюда. Так поставить. Так. Правишь. Здорово. Так, что у нас там дальше? Вот такой заказал. Так. Здесь у нас получается деревянная. Все выглядело. Ну. Трещины, прочее. Сколы. Ну вот это не сколы, это краска. Глянь. Ты сколы гляди. Сколов нету. Вот так вот. Ну, проверяй сам. Проверяй сам. Сколов вроде нету. Как раз вот скол. Это не краска. Видишь? Маленький скол. Нет, это, по-моему, как пузырик был. Но она даже не острая. Да, не острая. Да не, нормально. Не, вот здесь, кстати, вот есть скол. На донышке. Да. Ну, это так и бывает иногда. Так, значит, там так и бывает, а здесь не так бывает, да? А здесь не бывает. Так, это вот деревянная такая. Прикольно. Угу. Давай. Еще сусник в подарок. Это такой, знаешь, для соуса. Такая штучка. Что такое? Сусник в подарок называется. Что такое? Из породы древесины. Да. Обладатель. Памятка деревянная. По ходу за доской. Да. Не, вообще там каким-то минеральным маслом нужно еще делать. А ты видишь, вот так вот. Прикольно, да? Можно так троллы вот переворачивать, класть. Деревянная хрень. А это вот сюда, вот, знаешь, как секция. Сырочек там положить, еще там что-нибудь такое. Прикольно. Это нашла на выборе. Так, здесь у нас, получается, тарелки должны быть маленькие. Здесь они не есть. Угу. Мне он так коробку смещает, она какая-то все помятая. Здесь по 4 штучки тарелочки. 8 тарелочек. Маленьких, они 15 сантиметров. Но они чисто белые, я заказала. Мне вот это, кстати, понравилось. Здесь какая-то все. Специальная штучка. Прям не тарелочки, а какие-то блюдечки, что ли? Блюдечки. По-моему, что-то они слишком маленькие. Или нормально. Нет, тут, по-моему, блюдечко, да? Блюдечко какой-то. Ну ладно, для тортика оставим. Ну, маленький, в принципе. В принципе, я, блин, думала, они побольше. Да, думаю. А чтобы померить, поглядеть, сколько это, не, блин, никак. Не, ну я вообще сравнивала с тарелкой черной. Это прям чересчур. Я, вот смотри, вот такая 20 сантиметров, вот это вот 15. Ну, на 5 сантиметров меньше. Крайне. Короче, надо было 17,5 заказать. Ну ладно. Ну, вот блюдечки, значит, у нас. Блюдечки тоже нужны. Под тортики еще что-то там. Колбаски положить по мелочи. И все. В принципе, все хорошее, удобненько. В следующий раз закажу побольше. Так, это соусники. Такие. Еще один. Или два. Вон там еще, кстати, тоже. Открой коробку. Здесь два соусника. Такие маленькие. Спасибо, спасибо. Вот, здоровья тебе, успехов во спасибо, всех. Спасибо. Во всех творчествах, во всем, ой, да? Спасибо, спасибо большое, Мишань, спасибо. Ага, что, как настроение? Ты слышишь, хорошее? Да, в принципе, нормально, что, потихонечку, полегонечку. Ага. Сейчас он это... Закручается потихоньку, что ли? Ну, вон, а сегодня раков наварили, сейчас роллы еще будем кушать. Вот, ага. Выходные тоже раки будут. Вкусные. Приятного аппетита. Спасибо, спасибо. Все нормально, все проверим. 8 штучек. По 4. Хотя, знаешь, вот иногда вот маленькие тарелочки тоже такие не были. Маленькие слишком, я, конечно, думала, побольше. Ну ладно. Соусники. Слушай, папку, не слушай, папку, у тебя всегда все. Да? Папка всегда прав, показывается. Да. А ты его не слушаешь. А это вот под соусы маленькие.
штучки. Еще вот такие вот тарелочки у меня. Красивые. Блин, я думала побольше. Короче, надо было, знаете, какие? Надо было на 17,5 взять. А так вообще, в принципе, чисто теоретически. Вот так, то если проставить. Не, ну как-то, вы знаете, вот если вот так поставить на стол, да, будут смотреться как-то не очень. Как будто блюдечки. Я перепутала размер. Я думала, нормальные такие тарелки, мне кажется. Такие. Хотя, знаете, если будет много людей, то, в принципе, да. Так. Все мы с блюдечком. Все кушать будет ты с блюдечком. Не, ну если будет не лезть за тарелки... Хотя, блин, у меня, в принципе, тарелки нормальные. Вот эти, конечно... Ну, смотрите, вот если вот эту вот я поставлю, да, например. Вот, вместо нее. И смотрите, вот здесь вот тарелка, там тарелка. Здесь даже поставить нечего. Вот. Что? Надо стол приобретать большой, побольше. Маловат стол. Хотя так, знаете, вот что-то удобно вот так вот что-то положить иногда. Вот на стол что-то хочется поставить такой раз, раз, раз. Отдельно вот так тарелочки. Перепутала тарелки. Может их вернуть нафиг? Может их вернуть? Наверное, я их верну. Потом. Там же есть платный отказ от них. И все. В общем, вот. Такие дела. Не, вот это вот мне штучка понравилась. Классная. Тоже, знаете, под что-то вот такое использовать. Оп. Ай, все прилипло. Так, соусники тоже нормальные. И вот эта вот штука тоже. Как тарелка, знаете, сырная или что-то такое. Офигенно. Сюда что-то положил, сюда что-то положил, сюда что-то положил. Это орешки. Это минаженица называется. Такая вот. Из дерева дуб. Деревом пахнет. Даже в конце концов можно использовать как для роллов. Тоже красиво. Для сервировки и подачи. Ну, так вот, что скажете? Тарелки маленькие. Все, распихала. Смотрите, все распихала. Так, здесь у меня тарелочки стоят. Сверху вот эти вот суповые. Так, здесь у меня вот эта маленькая штучка стоит. Сусники. Так, посуда, конечно. Так, расформировать бы это все. Так, минажница вон туда залезла. Вот, а вот эта вот минажница сюда. Там еще будет трехъярусная. Ну, это потом как-нибудь. Так, раки у меня уже готовы. Сраки мои. Раки. Все, можно их сейчас доставать, чтобы они подостыли. О, в бульоне они уже настоялись. Сейчас положим наших раков. Оп. Поставим раков. Так, иди сюда. Горяченькие, вкусненькие. О, смотрите, как получилось. Обалденные. А бульон можно вылить. Хотя в этом бульоне можно было бы еще раку сварить. Еще кучу. А так, знаете, кстати, готовят. Вот, на одном бульоне несколько партий раков. О, смотрите, какой красивый. Так, сейчас роллы надо поставить. Будем кушать роллы сегодня. Да. Мне, знаете, никто настроение не испортит, даже негативные люди. Я всегда на них, как говорится, плевала, палюю и буду палевать. В первую очередь они портят себе настроение. Бульончик прям огонь. Чисто такой хороший. Ой, раки. Вообще, соски классные. Сейчас подостынут. Вот какие-то странные они. У одного клешня большая, а у другого маленькая. Странно, да? Ничего. Вах. Знаете, какая красота получилась. Раки. Раки моей мечты, но только ты. Рак моей мечты. Вкусненькие, сладкие, вкусные. Хорошо проварились, и красненькие, такие горяченькие. Бульончики-то и настоялись. И, ух! Сейчас говорю, он Мишане скинул фотку, говорю, приходи в гости. А? Какой красавчик. Ой, так пахнет, кстати, вообще обалденно. Да.
В общем, вот. Все, пошла, девчонки, накрывать на стол. Сейчас будем кушать роллы. Вот, Вованов пока заряжу, пускай вымоет кастрюльку. Ну и спасибо всем еще раз за поздравления. Будем сейчас отмечать. Мне кажется, я расслабиться смогу вот только сейчас. Когда уже все готово, все можно там, знаете, кушать и прочее. Все, увидимся в следующем выпуске. Пока-пока.